Администрация Сургута приглашает горожан поучаствовать в конкурсе социальной рекламы «Простые правила». Заявки принимают как от любителей, так и от средств массовой информации, рекламных и дизайнерских организаций. Львиная доля документов на участие уже несколько лет приходит от общественников. Активны и вольные художники, и творческие группы, неравнодушные ко всему, что творится в городе. Победители объявят в нескольких номинациях по жанрам «Социальный плакат» и «Социальный видеоролик». Темы могут быть самыми разными, например, здоровье, безопасность, волонтерство, благоустройство. Работы принимают в администрации города до 10 октября. Победителям достанутся гранты от 10 до 30 тысяч рублей. И рассказываем о рекламе с точки зрения того, что все-таки она должна быть позитивная. Конечно, вот мы привыкли все видеть кровищу, там, я не знаю, убитых китов там, да, в социальной рекламе. Это, конечно, хороший прием, когда это масштабная проблема, да, когда это действительно глобальная проблема Земли. Когда мы говорим о каких-то бытовых человеческих проблемах, да, то есть о проблемах семьи, о проблемах нашего города и так далее, да, то все-таки нужно предлагать решение этой проблемы. То есть рассказать, что вот смотрите, у нас там все плохо, это половина дела только, да, хотя тоже часть какая-то, да. Предложить решение — это уже совсем другой уровень, поэтому мы за позитив. Помимо того, продлен прием заявок на конкурс «Сургут молодой», общий призовой фонд которого 500 000. Претендовать на них могут авторы социальной рекламы сургутяне в возрасте от 16 до 25 лет. Номинации здесь две – социальный плакат и социальный видеоролик. Работы принимают до 10 октября по темам «Сургут многонациональный» и «Защитник Родины». Желательно заявить сразу серию от трех плакатов или роликов. Разместить их следует в общем доступе в соцсетях с хэштегами «Сургут молодой», «Социальная реклама Сургут» и считать лайки и репосты. Для жюри количество проголосовавших будет важным, но решающее мнение останется за экспертами. Лично вот со своей точки зрения я рассматриваю критерии, связанные непосредственно с тем, чтобы это была все-таки реклама, потому что очень часто подают ролики или плакаты, которые в принципе рекламой не являются. Любая тема подойдет. Еще раз, любая тема, связанная с социальными проблемами города или страны. Любая тема подойдет. Важно, как вы ее будете представлять. Важно то, насколько креативно вы подойдете к решению данной проблемы. Очень сложно, на самом деле, определить принципиально потенциального победителя, скажем так. Очень часто мы вступаем в споры, члены жюри, очень часто мы не соглашаемся друг с другом. Одному нравится одно, второму нравится другое, но в конечном итоге приходим к некому консенсусу.